Привет, мужики! Сбылась мечта. Купил я зеленого друга боевой УАЗ. Все, ребят, отдаю УАЗа. Хозяин приехал, говорит, собрал денежку, заберет его. Говорит, не знал. Сейчас вот последний раз прокачусь немножко и отдам его. Всегда мечтал об УАЗе. До УАЗа надо дорасти. УАЗ или Нива, там все это ерунда. УАЗ, он должен быть в голове. То есть, если ты хочешь эту технику, я пошел по наипростейшему пути, взял самого дешевого за 100 тысяч. Рублей. Сейчас они ценники от 150 и выше, а на Хантере от 400 и тоже там одни лохматы. В общем, вот такой у меня боевой друг. Но не все так гладко, как казалось. Сейчас расскажу про подводные камни. Вот этот номер в ГАИ не проходит экспертизу. То есть даже так сам гаишник вышел, сказал, я еще даже не записался, а просто приспросился у мужиков по-человечески. Вот именно поэтому он меня еще дома, так бы забрали уже. Вот КО совпадает. Двойка третья совпадает. Вторая уже подрисована. Эти подрисованы. В общем, он сфотографировал. Отправил, кстати. Вот резина, она вроде подшатана. Для техосмотра хватило. Слава богу, что покупать не пришлось. Так бы еще бы на резину попал. Вот. Он отправил эксперту. И эксперт сделал заключение, что подрисовано это уголовное дело. Да, рама. Рама его. Рама находится как бы от него, все вроде исправное, но получается именно за то, что пририсовка, могут возбудить уголовное дело. Дожил я все-таки, но теперь даже не знаю. Получается, если сейчас секунду, все в ГАИ отказались ставить на учет, но отпустили домой, я думаю, слава богу, буду возвращать предыдущему хозяину, пусть решают. Сейчас говорят, как вариант есть, можно сдать их на СВО. Ну, не знаю, пусть хозяин занимается. Я пока его... Сейчас он сказал, денежки соберет все обратно и вернет. Ну, дай бог, будем надеяться. Если что-то пойдет не так, ну, буду подавать в суд. Все-таки 100 тысяч для нас в деревне, это тоже деньги. Я их тоже занял у людей, у хороших. Кстати, спасибо большое, что помогли. Номера двигателя, все сходится, все читаемо, насос работает. Кстати, вообще, по эксплуатационной части у вас вообще в хорошем состоянии. Хотел поменять клеммы здесь немножко, кстати, скину сейчас. Они, видать, в таком состоянии специально, чтобы всегда сбрасывать можно. А, и вторую скину заодно. Заводится, едет, крепление аккумулятора отсутствует. Но он, собственно, больше 60 не едет. Масло хотел поменять. Слава богу, что я как-то в ГАИ попал раньше, чем даже пошлину заплатил. Что ребята, они пошли навстречу. Вот. Кстати, мне сказали, что сюда тосол заливать не нужно. Что только сюда. Тосол пока даже не проверял. Но вообще пахнет тосолом. Зимой не эксплуатировался, только летом. Вот такой боевой товарищ, ребят. Ну и получается, да, нам надо будет с ним расстаться. Что дальше выйдет из этого, я вам... Все, ребят, отдаю УАЗа. Хозяин приехал, говорит, собрал денежку, заберет его. Говорит, не знал. Сейчас вот последний раз прокачусь немножко и отдам его. Сейчас покажу, как он с кнопкой заводится. Давайте, как обычно все... Документы и техосмотр подарю старому предыдущему хозяину. Все равно его прошел. Иди сюда. Заводится, ребят, ключиком. Вставляем ключик, поворачиваем зажигание, вытаскиваем подсос, проверяем нейтралку и заводим с кнопки.
проблем. Хороший на своем канале вот такой боевой лаз, а теперь его, скорее всего, под списание, потому что дальше они не продадут, только если на СВО, там номера никто не сверяет. Ну и что получается, либо ездить в лес. У нас поля здесь, у нас выйдешь, и в каждом поле есть. Вот приехали, забрали у УАЗика. Приехал сам хозяин, что продавал, со своей супругой, погнал его, отдал денежку, извинился, что так вышло, что не знал что-то по документам. Говорит, я бы не продал. Вот. И вот такая же пустота в душе. Я думал, мечты сбываются. Казалось, что по факту пришлось отдать. Я даже место поднял, сделал, выгородил. Всегда думал, что здесь будет стоять мой УАЗ. Даже хотел уже делать, получается, типа мини-гаражика. Из рекомендаций могу вам посоветовать, что только с хозяином и только через ГАИ переписывайте. Никогда по договору купли-продажи такие вещи лучше не брать. Я с этим столкнулся, как бы уже теперь обучен, научен, знаю. Надо было, говорит, просто даже подъехать с хозяином или с собственником, кто продает, на основании которого ты его купил, и проверить это все. Вот. Конечно, собственник говорит, не знал об этом. И, как бы, говорит, сдавай на любую экспертизу. Но гаишники все равно уже, не гаишники, а инспектор ГИБДД. Надо же уважительно к ним ребятам. Они уже огласили результаты экспертизы. Шар мне понравился как раз под мой прицеп. В заключение хочу добавить, что будет, если все-таки отдать его на экспертизу. Вот, если эксперта уже не прошел, его просто отберут.
до выяснения обстоятельств. Вот. Просто заберут. У меня не останется ни железа, ни денег, потому что я не смогу вернуть ему саму машину. Ну вот. Дальше там что, судебные тяжбы, всякая ерунда. Вот. Хорошо, это еще не сильно большая цена, но все равно для меня в деревне это космические деньги, конечно. 100 тысяч сразу потерять. Вот. По экспертизе он получается, три буквы все равно совпадают. Вот. А дальше идет пририсовка. А за пририсовку уже уголовное дело. Конечно, тех собственников найдут, будут требушить. Явно понятно, что это не вчера нарисовано, пририсовано. Это меня как бы не касается, они меня отпустят. Вот. Но УАЗа мне все равно никто не вернет, и денег тоже не вернут. Вот. Собственно, вот так вот, ребят. Случаи бывают разные. Обязательно проверяйте вот эти номера в ГАИ. Переписывайте такую технику или там. В общем, посоветуйтесь с инспектором прежде, чем покупать таких боевых друзей. Ну, по уголовному делу не так уж все и страшно. Людей в итоге-то все равно не посадят. Они скажут, это наш дедушка нарисовал, а дедушка уже умер. У нас есть вот только вот документы на него, что мы наследство получили. А я потеряю и УАЗы, и деньги. В общем, так, ребят, давайте. Пока-пока. Всем пока, подписывайтесь на канал, посмотрите, что будет дальше, куплю ли я новый, отдам ли я этот. Вот. Всем пока.